Дисклеймер. Осторожно, ненормативная лексика. Все, что говорится в видео, несет в себе развлекательный характер. Данное видео рекомендуется к просмотру лицам старше 16 лет. Hey, добро пожаловать на мой канал. Продолжаем играть The Devil in Me. В прошлый раз мы остановились на том, что мы вышли в... Скоро золотой час. Надо найти хорошее место. Или не так. Не понимаю, откуда такое название? От силы минут 15. Да, но нет. С правильным рефлектором. 15 минут. Максимум. Так, давай найдем место и начнем уже. Спасибо за помощь. Ты меня просишь, потому что руки коротковаты для селфи. Нормальные у меня руки. Коротковаткие руки. Куда? Вот здесь на балконе будет неплохой ракурс. Поищем, как туда попасть. Как твой новый дом? Используйте РТ. Пока сойдет. Хорошо. Доволен? Эй, стоять! Я свет ищу. Помнишь разговор о границах? В мою комнату можно входить только мне. Обычно я благодарен психологу, но иногда он дает идиотские советы. Я боялась, что ты будешь спать на диване в студии и потратишь полжизни, пока найдешь идеальное место с правильными обоями на нужном расстоянии от остановки. Думаю, эту тему нам тоже стоит добавить в список запрещенных. Да, пожалуй, ты прав. Угу. Всех с наступающим, кстати. Если Дюмет нас тут застанет, он будет очень недоволен. Он же просил в одиночку не бродить. И мы почти вынесли дверь, чтобы попасть сюда. Мы? В общем, мы не должны нарываться. Блядь. Черт. Я чуть не обосрался. Согласен, я тоже. По-моему, Дюмет из тех, у кого крышу сносит, если что-то не так, как им хочется. Да? Как догадалась. Был потому ли что он нас оставили без смартфонов? Найден секрет. Сначала работа над первой книгой 2002 года. Джозеф Морелло увлекался расследованием расследованием дел серийных убийц. И главной загадкой для него стал Г.Г. Холмс. В новой книге Морелло анализирует свои исследования и статьи за 15 лет, отделяя факты от вымысла. Чтобы рассказать правду об историческом деле первого серийного убийцы Америки. Был ли он дьяволом? Книга понравится всем поклонникам творчества Морелло. Журнал «Настоящие убийцы. Глубокий анализ наших худших кошмаров». Ежемесячный журнал «Ревью». Был ли он дьяволом? Вся правда о первом серийном убийстве Америки. Америка ваша. Что еще интересного мы найдем здесь? Подскажите. Что это такое? Царапина. Scratch. О, такое я помню. Я в средней школе всю свою парту изрезал. Дерзкий. Пуля резкий. Пуля резкий. Резкий, очень резкий. И дерзкий. Сейчас проверим. Вот. Что здесь у нас? Там какая-то книга. С помощью монопода? Будем знать. Давай, монопод достань. Вау. Вот это он дает. Словил. Успел. Руки помнят, где все. Рождение смерти браки. 10 июня мистер и миссис Роберт Холл из Сильвер Спринг объявили о рождении дочери Мэриан в больнице Уайт Оук. 10 июня Эллен и Стивен Райт из Норт Парк объявили о рождении сына Морриса в больнице Уайт Оук. 11 июня от имени дочери Люсинды Мюндей, гордые дедушка и бабушка Джордж и Ирен Мендюэй
из Silver Spring объявили о рождении внука Гектора Вейлана в больнице White Oak. Все? Это все? Интересно. Ну, хоть бы, не знаю, на пол поставил. Ну, не на пол же. Балкони. Балкони не надо, нам балкины покажут. Нам ты рано посмотри на эти обои. Мэнни Шерман родился 1 января 56 года. Да ладно, вы это знаете. Чего вам надо? Что это? Ха. Вижу, вы тщательно подошли к делу, агент Мюнтей. Любимые телевизионные программы. Первое домашнее животное? С кем вы дружили в детстве? Что за чушь? Это почему? Допрос или вы что-то разнюхиваете? Допрос. Так сложно спросить прямо. Хотите знать, что меня вдохновило? Я был недостаточно оригинален. Хотя, пожалуй, был один человек, который вызвал у меня интерес. Генри Говард Холмс. Почему? Да потому что он был первым. Первым в Америке. Основоположником ремесла. Он установил стандарт, понимаете? Учите историю, Мюнтей. Книжки почитайте. Вы думаете, раз мне нравится тыкать в людей ножом, я идиот? Я, предположительно, убил 13 человек, прежде чем вам хватило ума найти меня. Неплохо, неплохо. Жестко, конечно, капец, но неплохо. Капец, они старые. В этом доме все капец старое. Я думала, он старый только снаружи, а внутри все современное. Да-да, все всегда похоже, так и есть. Похоже, Дюмет любит старину. Трудно тут все сохранить. Я тоже люблю антиквариат, но во всем должна быть какая-то наверное, мера. Наверное, залезть. Вон, видишь ключ? Нужно только туда попасть. Логично. Как мы туда попадем? Объясните. А нельзя там, не знаю, открыть? Нет? Ну ладно. Фиг с тобой. Гнить хорошо. Гнить? Точно. Что? Я все не мог понять, чем здесь так странно пахнет. Теперь понял, разложением. Тут должен быть проход. Так, ну ты предлагаешь нам ключ каким-то дом образом старый взять. Старый. На пляже может быть мертвая рыба, можно животные залезть в лесу. Что угодно. В любом случае, она давно сдохла. Логично, да? Да. Что у нас здесь, на втором этаже? Библиотеки. Так. Что-то там толкать. Спрыгнуть. Окей. А, то есть ты предлагаешь нам передвинуть? Нет. Вспоминаем. Как толкать? Давай, давай, давай. Вот так вот. Пустить. Залезть. Залезть, опять же. Какой тут лабиринт, господи, боже мой. Присесть. Да-да-да. Держать голову внизу. Слезть. Ага, за нашей жопой кто-то смотрит. Прекрасно.
Окей. Ща. И кто? Я хочу посмотреть, эта камера получается здесь. Здесь не все под старину, значит. О. Осмотреть. О. Монетка. Скор. 13 штук. Неплохо. Для начала. Так, что там оказалось? А. Чем-то надо выломать. У тебя же трипод есть. Угу. Передвигать. Давай для начала. Да, все верно, я думаю. Надо вот сюда. Давай. Не дрожи. Молодец. А здесь открыто? Ясен пень, то что нет. Хорошо. Залазим. И что дальше? This should work. Марк. Да, должно работать. Там? Скоро вернусь. Он жив и здоров. Вот что-то не полезло с ним, без понятия. Слишком сложно для тебя? Или чё? Так. У нас есть что-то там. Это можно посмотреть? А смотреть нельзя. Хорошо, перепрыгиваем. Хорошо. Что это? Ага. И камера. Что-то это. Хорошо. Позже пофоткаем. Слезай отсюда быстрее. Нам нужно посмотреть, что там такого. Ну, слезь. Что есть? Что там? Кто-то? Ага, нету. Значит, нам нужно тупо перелезть. Да-да-да. Никакой сложности, господи. Здесь можно что-то почитать еще дополнительно. Возвращаем. Балкони. Балкон. Есть. А можно открыть здесь? Открывай. Hello. Теперь доступно, не переживай. Угу. Ну хватит уже, тут не так высоко. Мой организм думает иначе. Так. Чего ты так паришься, мисс? Я всегда шикарна. Ты отлично выглядишь. Согласен. Вещи, принадлежащие жертвам ГГ Холмс Чикаго. Это не то ожерелье, которое было у той девушки. С тем парнем, за которого мы играли. Кейт! Зацени. Его шляпа. Чья? Шлюпа. Г.Г. Холмса. Г.Г. Я бегал, блядь! Ты чего? Бля! Я чуть... Эта хреновина вдруг выскочила. Сука. Не, второй раз я не испугаюсь. Видишь? Что это?
какая-то аниматроника? Да, и пиздец стрёмная. Это просто кукла. Но ты испугалась. А ты два раза. Эй, Чарли, уже 8. Пора на ужин. Чёрт, мы протупили. Время еще есть. Пошли, а то Чарли нас задолбает, что мы опаздываем. Камон. Эй, не хами, Чарли. Он первый на меня наехал, хотя я просто делала свою работу. Это я стою перед камерой, а не он. Да брось, ты жестоко по нему прошлась. Ты, конечно, была права, но он от этого только больше расходится. Это его проблемы, Марк, не мои. С Чарли иногда бывает сложно. Ты видел его заметки? Да, видел. А его тексты хрен произнесешь. На бумаге еще ничего, но это так не работает. Я предлагаю варианты, а он мне рот затыкает. Просто ты... Просто он думает, что ты работаешь на резюме. А что тут такого? Чарли уверен, что мы его рабы. Вечно придирается. Меня это не устраивает. Думаешь, почему мы ругаемся? Ты знала, что Эрин неделями не платит? Этот козел сказал, что учиться у него – это уже награда. Вот же кусок говна. Он гоняет ее по городу и в химчистку, и за продуктами, как будто сам ничего не может. Да похрен. Вообще. Так или иначе, я сваливаю из Лонит Entertainment. Знаешь, я думал, мы уйдем вдвоем, командой. Марк. Ты другое дело. Для тебя это временная работа, пока ты не станешь известным фотографом. Ты же не ждешь... Я знаю. Ненавижу эту документальную херню. Чарли не умеет строить кадр, и я уж молчу про сюжеты. Так тоже уйди. Ну да. Да Чарли бы мигом от нас избавился, если бы ему это было выгодно. Он использует нас. Я этого не заслужила. И ты. Мы все... Вот это представление. Бросай новости и становись актрисой. Меня прям проняло. Хоть Оскара вручай. Ты не знаешь, о чем мы говорили. Я слышал достаточно, и предательство я узнаю. Особенно меня разочаровал ты, Марк. 6. Что бы ты ни планировал на будущее, сейчас вы работаете в Lonit Entertainment. И сотрудников Lonit Entertainment ждет на ужин хозяин этого дома. Чарли, извини... В Лонит ведь работают профессионалы, так? Ведите себя соответственно. Класс. Рада? Теперь будущее есть только у тебя. Он ведет себя как ребенок, и мы опускаемся на его уровень. Да-да. Так. Он же просто макает иглу в глаз. Что это было только что? Ладно. Такое тоже бывает. Привет. 26 октября. Нам же можно выпить? Да, пожалуйста. А кто-нибудь видел Дюмета? Может, подождем? Наливай, Марк. Он что, решил не приходить на ужин? Никто из вас его ничем не выбесил? Нет, пап. Я, кроме смотрителя, тут никого не видела. Наверное, он сам готовит ужин. О, мистер Дюмет! Эта прическа вам так идет? Мы открыли вино, надеюсь, вы не против? Дюмет? Да, он точно не придет. Стоп. Почему это? Он прочитал все твои язвительные твиты. Я не... Что за хрень, Джейми? Он поднялся на паром и уплыл. Что? Когда? Как только мы разошлись. Так он свалил? Точно. Ерунда. Ты ошиблась. Я что, слепая, по-твоему? Зачем так делать? Это бред какой-то.
Они очень торопились. Кстати, ты права. Тут есть девочка. Я искала номер и видела их вдвоем. И снова гениальный план Чарльза Лонита накрылся. Что дальше, босс? Домой вплавь. Зачем звать нас сюда и на ужин, а потом сбегать? Значит, были причины. Мало ли что случилось. Может, он заказал пиццу, а они возят только в порт? В принципе, нам повезло. Как? Ну, подумай. Мы здесь среди прекрасных декораций. Наш план по-прежнему в силе. Он не мог просто так уехать. Не надо зря волноваться. Народ, меня одну этот отель пугает до усрачки. И мистер Дюмет. Пусть мне до глубины души противно в этом признаваться... Я начинаю думать, что Джейми права. Спасибо. Давайте потише. Зачем? Его здесь нет. Но это не объясняет, почему он нас кинул. Вернулся, чтобы обеспечить алиби. О чем ты? Ну, чтобы когда наши тела найдут на другом берегу, он мог все правдоподобно отрицать. Боже. Господи, Джейми. Перестань уже нагнетать. Это жестко. Не смешно. Окей, ладно, только не жалуйтесь мне потом, если вас всех убьют. Что на тебя нашло? Да... Я так. Что, так и не нашел сигареты? Вот и нет. Наоборот, я нашел пачку особых невидимых сигарет. Вообще-то я их курю прямо сейчас. Вот. Хм, тогда понятно, чего ты такой довольный. Так что теперь? Будем притворяться, что едим? Какой у нас план, Чарли? План? В лучших традициях Лонет Интертеймент будем сидеть на жопе ровно, пока не прижмет дедлайн, и тогда мы быстренько чего-нибудь налепим, и я спасу все озвучкой. Ну, выпьем за Топику, которая больше не самый большой провал в жизни Чарли. Кто ходит там на заднем фоне, а? Я хочу предложить тост. За вас. Вот. Знаю, что вы надо мной смеетесь, но таков крест патриарха нашей маленькой семьи. Марк и Джейми. Вы двое работаете за команду в 10 человек. И Кейт. Несмотря на все ссоры, ты сердце этого шоу. Ты нравишься людям. И, конечно, за нашу новенькую Эрин. Мы без тебя пропадем. Ты единственная, кто помнит каждую мелочь. Спасибо всем. Вы молодцы. У него есть цепочка. Будем. Мне кажется, будет жестко какая-то. Будем. Будет с ней. За нас. Связано. Мазал тов. Этот материал... Поднимет шоу на новый уровень. Ага, если тупить не будем. Да, он нас точно слышал. Если бы услышал, говорил бы по-другому. Наверное, не стоит обсуждать это сейчас. Ты сам начал. Что говоришь, Кейт? Ничего особенного, просто идеи прокручиваю. Думаю, лучше сделать, чтобы фаны выглядели максимально жутко. Это просто. А только мне кажется странным, что Дюмета еще нет. Да, походу он не придет. С чего хочешь начать, Чарльз? Ты главный. Спасибо. Думаю, нам стоит начать в вестибюле. Нам пока хватает света, и символично, что там все начинается в замке убийств. С таким светом нам хватит и пары прожекторов. Можно создать эффект газовых ламп. Прекрасно. А если Дюмет придет? Если будет ругаться, я ему тоже все выскажу. Он сам нас вынуждает. Ладно, берите все и переносите вестибюль. Теперь, пожалуйста, давайте вести себя профессионально. Без ошибок. Чистенько. Если он придет... Не хочу, чтобы мы были заняты херней или разборками. Разумно. Мы за. Так, народ?
Прекрасно. Рад это слышать. Что-то с мимикой у них прям такое жесткое. Непонятно. Класс. Супер. Да. Кайф. Самое то. Блин, этих заставок до хрена. Серьезно. Так. Ага. Эй, народ, это вы? Все, началось. Закрыл бы хоть дверь. А, или так. Ладно. Кто-то плачет. Прям скулит. И замолчал. Не, ну серьезно. Это мы читали. Это то, что кинул. Глава пятая. Техника дыхания. Чрезвычайной ситуации. В предыдущих главах мы рассмотрели, как брюшное дыхание помогает выработать устойчивость к тревоге. Практика таких техник, как тумо или пранамая в течение всего 20 минут в день со временем создает защиту от стресса. Иногда при внезапном всплеске тревоги или приступе паники нужны более быстрые методы. Именно их мы рассмотрим в данной главе. Метод 5.5. Найдите удобное место и расстегните тесную одежду. Медленно выдыхайте через нос в течение 5 секунд. Постарайтесь дышать животом, но не беспокойтесь, если у вас не получается. Выдыхайте через рот в течение 5 секунд. Словно задуваете свечу. Продолжайте в течение 5 минут, пока не начнете успокаиваться. Примечание. Некоторым людям помогает представлять расслабляющую обстановку во время дыхательных упражнений. Мне нравится представлять, как я лечу в космосе, открывая новые планеты далеко от Земли. Какое окружение помогает расслабиться вам. Или 5 минут. Можно надеть наушники. Ну, тоже верно. Ладно. Чё, всё? Вот что это? Вот что за вибрация только что была? Ладно. Дальше. Это не открывается. Опять вибрация. А, это если ты резко делаешь что-то, двигаешь. Окей. Ну, я слышал то, что из этих как раз. Если
Так, что-то мы подслухиваем, мы подслухиваем. Здесь пусто, ладно. А можно ускориться? В закупки какие-то заходим. Выройди ее глубже. И лучше доверху залейте мой гроб бетоном, закопайте надежно. Блять, ты у другого, а потом добавьте еще бетона сверху. Потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. Это мы помним. Кстати, вот так. Осмотреть. Ты же понимаешь, что там камера? Да. Ладно. Дальше идем. Кто-то шастает. Что-то все шуршит, что-то там что-то двигается вообще. Стой, погоди. Уже поменялось? Или мне показалось? Ууу, жестко. О, аж мурашки. Колотая рана. Хорошо. 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 Стой, погоди, а как... Чего? Блять. Мне кажется, или... А во, нашел кнопочку. Все. Это мы видели. Хорошо. ЛБ, ЛБ. Или L на нинтендовском геймпаде. Не, ну серьезно, здесь же был проход. Бля. Хорошо. Нельзя вот это посмотреть, тыкнуть. Ладно. Весело играть с жуткими аниматрониками. А еще... Че там? Ай, громко очень, а? Мне прям по ушам ударило это. Так. Все, пизда рулем. Чего? Чего? Эту песню я всегда пою. И кто это здесь поставил? Такую шутку, блядь! Все, я убил ее. А, слава богу, нет. О, господи. Черт. Хуясь. Все. Пробки. Заблокировано. А, нет. Что за веревка? Или что за кабель? Включите. Бля. Электричество. Кто тут? Мистер Дюмет? Понятно. Ну слушай, по-хорошему бы нам нужно вернуться, посмотреть, что там. Так как? Так. Ну бери. Опа. Хорошо.
Эй, ну. Я же ничего не посмотрел. Ага. Мистер и миссис Марк Эдвардс. Третий восточный маяк. Неразборчиво. Озеро небо-разборчиво. 3 августа 2011 года. Уважаемые Марк и Дженнифер. Мы внесли изменения в завещание. Согласно вашему распоряжению, документ должен дополнен условием, что в случае вашей смерти единственным владельцем всего вашего имущества станет мистер Ричард Бленкнап. Рекомендуем передать копию данного письма на хранение вашему законному представителю. Помните, что все документы по завещанию и страхованию жизни можно и посмотреть в вашем личном онлайн-кабинете. Подпись Джессики Максвелл. Старший администратор. Такая, кстати, бумага прикольная. На кубике, на треугольнике. Расфасована. Окей. Эта дама выглядит на 10 лет моложе. Но как? Спа-клумб. Баня, маникюр, спа-салон, уход за лицом и многое другое. Европейский секрет здоровья. И теперь на озере Мичиган. Сообщение от персонала. Из-за зимы время работы бассейна изменилось. Новое время работы. Ежедневно с 10 до 17. В четверг работает допоздна по просьбе гостей. Руководство. Princess Security Corporation. 21 Court Street, Детройт, Мичиган, 48346. Имя Найт Йог, адрес АЯ, 1045, Детройт, Мичиган, 48526. Телефон 269-335-3852. Дата выставления счета 14.05.2019, 4051. Количество 1, описание, установка цифрового замка. Цена 4560. Общие затраты на рабочую силу без учета НДС 4560, залог 2.74, всего 48.34. Разрешение на предоставление аварийного обслуживания я подтверждаю, что у меня есть полномочия на заказ компонентов системы безопасности, перечисленных выше, и что поставщик освобождается от любых претензий, возникших в результате установки и использования этого оборудования. Подпись Нейт Йок. Вот он Йок. Порчок. Что здесь? Добро пожаловать в 21 век. Да. Так. В шкафу есть что-нибудь? А здесь? Нельзя. Окей, тогда у нас второй есть вариант. Это вот эта дверь. Пень, почему бы и нет? Я понял. Заперт, да? Хорошо. Закрыто. Ага. Хорошо. Что здесь? Класс. В жуткой подсобке жуткого отеля на жутком острове снимаю документалку про маньяка, одна и без своего шокера. Запомни, Джейми, надо думать головой. Ты сама виновата. Погодь. Там есть какие-то цифры. Я не запомнил их. Здесь 0451. Хорошо. 0451. Мегамозг. Наконец-то! Хоть что-то из нашего века. Чё?
Нажмите, чтобы изменить мультиметр. Хорошо. Мультиметр. Хорошо, нам начинать. Так. Теперь вот так. 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 Вернись в вестибюль. Хорошо, будем знать. Надеюсь, вы... ты доволен, чувак. Бен Килл Серпетня. Убийственная ставка. Онлайн-аукцион памятных вещей серийных убийц. Адрес доставки указан на почтовой упаковке. Номер заказа 1741. Дата 16.09.2017. Оплата кредитной карты оплачена. Время отправки... Ой, дата отправки. 18.09.2017. Количество 1. Наименование шляпа ГГ Холмса. Описание шляпа, принадлежавшая ГГ Холмсу. И запечатано, запечатленное на известных фотографиях. Выигрышная ставка 24.199. Имя пользователя 18.96. Хорошо. Потихоньку мы смотрим все, что есть. Компания Cooper General Contractors, South Lake Avenue, 2301 Милоуки, штат Висконсин, 53255. 25 марта 2017 года. Уважаемый мистер Кларк, мистер Блэкналп попросил провести его дополнительную реновацию спа-центра отеля. На тот момент мы обсуждаем официальный контракт и хотели бы попросить остальных членов бригады подготовить смету. Мистер Блэкналп готов предоставить подробный перечень необходимых работ. Сразу после получения сметы мы соберем дополнительную бригаду, чтобы на какое-то время облегчить нам работу и вам, и вашим коллегам. Промежуточный период продолжайте поддерживаться условий, оговоренных в, в соглашении о неразглашении. Прошу считать этот период продлением предыдущего контракта. С уважением, подпись Келли Шрёдер. Келли Шрёдер, администратор проекта. Хорошо. Оценка затрат. Жесть. Планы на спецификации. Лора и электрика. Подготовка участка. Фрэнк. Стоимость проектирования. Моника. Получение разрешения. Логистика и экология. Пр. Райан. Земляные работы. Снос зданий. Хорошо. А это дверь? Ага. Легкий выход наружу, как говорится. Компания Купер Дженерал Контролс за меню. Да-да-да-да. Уважаемый мистер Блэкналп, после обсуждения реконструкции отеля для превращения его в туристическую достопримечательность, мы изучили ваш проект и выполнили оценку затрат на строительные работы. Прикладываю список работ также при приемлемой стоимости проекта. Мы готовы начать работу во вторник, 17 января, и завершить примерно через 10 недель, в пятницу, 24 марта. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если вы готовы приступить. С уважением. Ага. Описание: продолжительность 7 дней, недели, часы, стоимость расширения и укрепления помещений и для установки оборудования с подвижными компонентами. 10 недель. 60-240. Окей.
монтаж дистанционных приемников по всей территории отеля. 904, 14, 450. Капитальный ремонт системы трубопроводов отеля, в том числе подвальных помещений. 10560, 310 тысяч. Строительные материалы в ассортименте. Полный перечень предоставления по запросу. 274 тысячи, 838, 450 в общий счет. Жестко. Но на то ей. Вы не переживайте, то, что я так переключаюсь. Если я забуду где-то это убрать, то, соответственно, и прошу прощения. Потому что я стараюсь следить за камерой. Как же это напряжно. Смотрим. Не работает. А если один раз зажму? Нет, без разницы. Кто так навывает? Уж очень ужасно звучит. Меня бы это все напрягло. Кто это делает? Это вот там, да? Это аниматроник? Так, ладно, в пизду пока что. А может, я тебе подыграю? Как дела, Джейми? Электричество барахлило, но теперь... Я пропустил скример! Я пропустил скример. Выглядит круто, как газовые лампы. Жаль, нет фольги. Можно было бы сделать эффект мерцания. И так хорошо. Я кое-что подправлю, когда Кейт придет. Но это займет пару минут. Где остальные? Честно говоря, я надеюсь, что все они скоро будут здесь. Я почти все. Позову их через минуту. Это что? Все, пизда. Эй, откройте! Эй, помогите мне! Здесь очень темно! Я... Народ, спасите! Эрин? Выпустите меня! Я тут ничего не вижу! Заклинило! Так выбейте ее! О, не получается. Дай-ка я. Я не могу. Не могу дышать. Успокойся. Дыши медленно. Вдох, выдох. Эрин, мы рядом. Все в порядке. Так. Ты там хоть цела? Мне нужен ингалятор. Черт. Давай. В каком ты номере? Я... Скорей! Чарли, где ее номер? Где мой? Дальше по коридору. Эрин, я сейчас. Постарайся дышать медленно. Да лучше сказать про ингалятор, нежели орать. Просто, да, типа, выпустите Эрин, меня. Серьезно. Поищи замок. Или фиколду, крюк, что-нибудь. Нам придется ее ломать. Все. Я не могу. Найдите, чем можно сломать дверь. Мы с Марком попробуем выбить. Кто здесь? Блять, ну все, он сдох. Она сдохла. Из-за руля. Нет, не трогай меня. Да не, ей пизда. А?
Да, попробуем. Но это пизда. Жесть, конечно. А фиг знает, что будет, если бы мы взяли и напали на него, если так. Честно. Спокойно. Вдох. Выдох. Эй. Все нормально. Все хорошо. Вы его видели? Пошли. Он там. Там кто-то был. Со мной в комнате. Эрин, это был манекен. Нет, это вообще никакой не манекен. У него была шляпа, как у Холмса. Чарльз, ты ее в могилу загонишь. Ей уже мерещится херня из шоу. Неправда. Все нормально, Эрин, ты жива. Там никого нет. Давайте все успокоимся. Отведите кто-нибудь Эрин в номер. Да не буду я лежать! Все, идем. Пошли, Эрин. Блять, а Боли точно сказали, что на тебя, блядь, напали, у тебя, блядь, даже локон волос срезали, нет? Типа, почему настолько это тупо? О. Господи, вот. О! О! Вот и вы. Думаю, Эрин проявила настоящую смелость. Согласны? И где же наш гостеприимный мистер Дюмет? Сдается мне, он покинул остров. Как грубо не остаться на ужин. Но Чарли удалось поднять боевой дух. Тем лучше. Впереди их ждет много испытаний. Я только наблюдаю. Временами меня это печалит. Иногда я завидую вам. Я лишь записываю. А вы творите. Вам лучше вернуться, пока никто из наших друзей не оказался в беде. Совсем один. Ага. Думаю, надо заканчивать. Ссылка плейлиста будет в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока. Thank you.